Ну, а ми рухаємось далі. Вже на носі у нас не тільки Новий рік, але й новий локдаун. І знаєте, дуже багато хто говорить про економічні наслідки локдауну, так, про фінансові, а психологічні, про них от мало хто говорить. І як відбувається взагалі на психіці нашій така самоізоляція, так, такий локдаун. Зараз поговоримо з експерткою, з психологиною Анна Денисова. З нами наразі на зв'язку скайпом. Вітаємо вас. Доброго раночку. Доброе утро. Пані Анно, по-перше, вітаємо вас. Сьогодні день Анни, якраз. Сьогодні ваші іменини. Вітаємо вас, по-перше. По-друге, давайте якраз поговоримо так, от, власне, з приводу того, як впливає на психіку локдаун та самоізоляція. Чи мають вони взагалі вплив? Ну, звісно, я думаю, мають, і впливає в основному негативне, тому що высокий уровень тревоги в связи с тем, что ограничивается количество возможностей каких-то, заработка, учебы, путешествий. Ну, ограничиваются свободы человека. У нас как бы в природе нашей заложено стремление к свободе. Я думаю, что тут как бы основной такой психологический негативный фактор связан именно с ограничением свободы, передвижения, какой-то деятельности и так далее. Анна, а якщо йдуть, наприклад, родинами на самоізоляцію, і просто я спілкувалась буквально нещодавно з декількома батьками, які посиділи 2 тижні разом з дружинами, з чоловіками, з дітьми, вони кажуть, що вони йдуть до психологів і про це говорять, тому що їм складно стільки часу проводити в закритому приміщенні з усіма. Ну, конечно, хорошо, что они идут к спеціалістам, і це говорить об високому рівні сознання в определеній степені. Поэтому, если чувствуете такую необходимость, конечно, нужно обращаться к специалистам. Но, в принципе, наверное, важно продумать о том, как вы будете это время проводить. Потому что ну, хорошо, что у нас есть возможность об этом задуматься чуть-чуть раньше. До того, как это все начнется, это не свалится на нас буквально там, сегодня на завтра. Важно в семье взрослым людям распределить свои роли, время отдыха, время занятости с детьми, давать друг другу отдыхать, давать возможность детям проявлять себя активно, потому что у них есть такая необходимость быть более активными, чем взрослыми. Поэтому мне кажется, что если подойти к этому вопросу более осознанно, слаженно, запланированно, задачно, то, конечно же, этот период перенесется немножко легче, чем тогда, когда это просто хаотично и вот по течению. Попереду у нас свята, і ми знаємо, що попереду і 3 тижні цього самого локдауну. Які рекомендації по підготовці бути вдома всією родиною разом? Тому що багато сімей, я впевнена, що будуть працювати або онлайн з дому, діти точно не ходитимуть до школи. Ну, думаю, что в первую очередь нужно подумать о том, чтобы представить себе, да, с того, что если бы этот локдаун произошел лет 20 назад, когда наши возможности были очень серьезно ограничены. Поэтому наслаждаться телевидением, сериалами, совместными просмотрами фильмов, зарядки и так далее. У нас есть интернет, такое окно в мир, которое может добавить нам немного развлечений. Ну, основная рекомендация, конечно, в том, чтобы гармонично были все сферы деятельности затронуты. Это и нормальный сон, нормальное питание, физическая активность. Я понимаю, что в условиях квартиры это сложно, но я думаю, что можно себе организовать и совместные зарядки, либо там занятия йогой, занятия фитнесом, проветривание. Наше физическое состояние напрямую связано с нашей психикой, поэтому забота о собственном здоровье – это прежде всего. Следующее – это, конечно же, налаживание коммуникации. Если вы чувствуете, понимаете, что что-то не получается договориться, и есть хорошие книги, есть хорошие авторы, есть прекрасные советы, которые вы могли бы применять и примерять в вашей семье, ну и получать позитивный результат. На самом деле, это, ну, всегда это работа в некотором смысле. Если ты хочешь быть здоровым, умным, красивым, нужно об этом заботиться. И психическое здоровье требует такого же внимания, как и любая другая сфера жизни.
А щодо взагалі от певної можливо динаміки, ви відстежували вже, тому що ми мали вже досвід так локдауну. Чи спричиняє от такий от самоізоляція, така вдома, певні переддепресивні або депресивні настрої? Чи багато такого стало? Ну, і з того, що я там в інтернеті читала, о том, що дослідження проводились, скажімо, у нас в Україні, та Національна психологічна асоціація проводила для людей, які пережили коронавірус, как бы, які були последствия, зв'язані з психічним здоров'ям, і які последствия були після локдауна. Конечно, это, ну, это не катастрофические цифры. Наша психика нас бережет. Есть такие механизмы психические, которые способны нам дать восстановиться достаточно быстро после таких вот психотравмирующих ситуаций, ситуаций неизвестности. Ну, а, конечно, в общем-то, ну, у половины людей это некоторые негативные последствия были. Ну, я сейчас не могу говорить точные цифры, я их и не помню. Но вообще-то, кому интересно, можете посмотреть, исследования активно проводятся, в том числе у нас в Украине. А щодо того, як собі планувати наступний рік? У нас зазвичай все-таки це такий період, так, Нового року, Різдва, оцей місяць повністю. Він зайнятий святами, святкуваннями і таке інше. І все одно ми собі плануємо наступний рік. Майже всі пишуть собі якісь там листи на майбутнє, списки роблять того, що варто, чого там зробити, та, собі поставити якісь цілі, мету. А цього року так само це робити? Чи це, можливо, навпаки приведе до того, що ти будеш занадто занурюватися у якісь свої глибини? Чи варто робити те саме, що і завжди? Обов'язково. Что-то должно быть постоянным, понимаете? Невозможно жить все время в переменах, в ожидании негатива. Поэтому все эти ритуалы, традиции, их необходимо вообще соблюсти. Все пожелания, настрой на позитив. Не будем спорить о том, что наше настроение – это наше будущее, наш настрой на работу, на семейные отношения. Поэтому воспользоваться вот этим периодом для того, чтобы настроиться на позитив, на лучшее, на то, что даже несмотря на то, что сейчас весь мир, и мы в том числе переживаем такую ситуацию, что этот период закончится, он не будет длиться вечно, все имеет свой конец, поэтому набраться где-то терпения, где-то ресурсов, поддержки и двигаться дальше в сторону счастья, радости и хороших таких от планів. А як правильно формулювати, чи дати декілька порад стосовно того, що ну, ми завжди хочемо десь подорожувати, кудись поїхати, а буде велике розчарування, якщо, наприклад, наступного року ми знову нам це не вдасться. Як правильно сформулювати собі оці бажання, щоб не було такого вже розчарування потім? Знаете, для того, чтобы не разочаровываться, не нужно слишком многого ожидать, с одной стороны. Ну, быть немножко реалистом. Да? И, например, в условиях того, что могут перекрыть все аэропорты там, да, и железную дорогу, смотреть на то, а где я могу попутешествовать, где я могу получить удовольствие вот, в пределах нашей страны. В квартире на балконе. Города и так далее. Поэтому, конечно, если вы себе нарисуете картинку Мальдив, а потом не полетите, а при этом другого варианта отдыха у вас нет в голове, в вашей фантазии, в представлении, то это может закончиться, конечно, печально. Дякуємо вам. Анна Денисова, психолог, була з нами на зв'язку. Друзі, на цьому ми з вами прощаємось. Усім вдячні дуже-дуже за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». І не забувайте за дзвіночок, тому що у нас завжди найсвіжіші і найцікавіші новини.